полупустой зал Кишиневского суда сектора Буюканы. Депутат блока «Победа» Марина Таубер приехала на очередное слушание, чтобы оспорить выдвинутые против нее обвинения. Напомним, Таубер обвиняют в соучастии в незаконном финансировании партии «Шор» и подделывании бухгалтерской отчетности. Разбирательство длится уже больше года. Ответчица была настроена решительно. Однако схватка между сторонами защиты и обвинения так и не состоялась. Свидетель обвинения не явился на заседание. Есть у ситуации фără прецедент pentru că noi. Это беспрецедентная ситуация. Мы прибыли в зал заседания, и прокуроры сказали, что свидетель, который был запланирован на сегодня, непонятно почему не приехал. Видно, что все оружие обвинения исчерпано, ведь уже обвинители не приезжают в суд. Возможно, речь идет о человеческом факторе, я все понимаю, но у меня сегодняшний день уже потерян. Утром я должна была поехать в районы. На такие заседания я откладываю по 2-3 часа, а значит, полдня потеряно. И если так по 2 раза в неделю ездить на заседание, это сильно влияет на мой график. А свидетель в итоге не приходит. Нас могли бы предупредить заранее, чтобы мы не приезжали и не теряли время. По мнению Таубер, рассмотрение судебных дел, в которых она участвует, намеренно затягивается. Все это, чтобы мешать ей встречаться с людьми в регионах и не давать готовиться к выборам. В принципе, изначально это дело и другие уголовные дела, в которых я фигурирую, это стратегия измотать, это стратегия не дать нам возможности работать в территориях и тем более сейчас готовиться к президентским выборам и к референдуму, запугивать, оказывать давление, не давать возможности в первую очередь реализовывать нашу программу в городах и селах, а также общаться нормально с гражданами. Сама Таубер называет свое дело политическим, и это мнение разделяет большинство независимых экспертов и оппозиционных политиков. Этот случай даже окрестили ярким названием «Дело Пирожков». Зацепились за активистов, которые поддерживали Таубер. Во время предвыборной кампании они заказывали себе еду за свои же деньги, но эти средства следствие посчитало незадекларированными расходами кандидата. Этого оказалось достаточно, чтобы кандидата, набравшего больше всего голосов на выборах в Бельцах, сняли с гонки в декабре 2021 года. Суд проводился в спешке ночью накануне второго тура выборов, а внятных доказательств и виновности ответчика никто так и не увидел. Сегодняшнее заседание по делу Таубер было перенесено на 25 июля. Прокурор от комментариев отказалась. В пресс-службе ПДС не ответили на наши звонки.